популярный препарат из китайской аптечки, называется Сяо Яо Вань. Вот он как звучит умиротворяющий, таким же действием обладает. Эти пилюли называют еще пилюли блаженства. То есть при любой стрессовой ситуации выглядят эти пилюли вот так, болюсы они называются. Принимается по 8 штук 3 раза в день. Препарат, который обладает противострессовым действием, успокаивающим, умиротворяющим, но от него нет сонливости, не снижается концентрация. Что он делает? Он заставляет двигаться ци в нашем организме, то есть он убирает застой. Чтобы приобрести этот препарат, вы набираете название в поисковике, вам выпадают аптеки, вы выбираете удобную для вас, используете для борьбы со стрессом.